очень часто успешно достичь наших целей нам мешает наше негативное отношение к ситуации. Если на пути к вашей цели вы терпите неудачу, что-то идет не так, как вы запланировали, то типичным и вполне ожидаемым ответом будет начать негативить насчет того, что все пошло не так, как хочется. Но чем больше мы думаем о том, что неправильно, что не так, как мы хотим, чем больше мы думаем о проблеме и концентрируемся в ней, ищем, кто виноват, тем все больше и больше снижаются наши шансы на успех. Что же нужно сделать для того, чтобы повысить свои шансы на успех? Нужно отказаться думать об этом негативе, поставить перед собой цель и подумать о том, что нужно для того, чтобы ее достичь, какие действия с нашей стороны, какие ресурсы для этого понадобятся. Начать изыскивать эти ресурсы и начать совершать эти действия на пути к нашей цели. Переключение вашего внимания с негатива на позитив, с того, что неправильно и плохо, на то, что вы хотите и как этого достичь, позволит вам значительно повысить ваши шансы на успешное достижение ваших целей. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам удачи! Увидимся в новых видео!